сейчас я хочу рассказать историю о том, как я и другие акционеры провели собственное расследование одной из сделки банка ВТБ, которая показывает, что проблемы этого банка и убытки этого банка вовсе не из-за того, что на дворе мировой финансовый кризис. А, возможно, основные проблемы банка кроются в том, что в руководстве сидят мошенники. В мае 2007 года один из крупнейших российских государственных банков ВТБ успешно провел так называемое народное IPO. Обещание высоких дивидендов привлекло в ряды акционеров тысячи граждан. Капитал банка вырос на 200 миллиардов рублей. С тех пор прошло 2,5 года. Сейчас мы видим, что все люди, которые вложили свои деньги, они не получили ни дивидендов, ни роста курсовой стоимости. Фактически все, кто вложили деньги, послушавшись, в том числе призывы Путина, Кудрина и других чиновников, они потеряли, они остались в проигрыше. Почему же это произошло? Куда деваются деньги? Группа акционеров банка во главе с Алексеем Навальным провела собственное расследование. Банк ВТБ решил сделать бизнес на лизинге. Почему нет? Это замечательный бизнес, который дает неплохую прибыль. Для этого они решили приобрести китайские буровые установки и сдать ее в аренду нашим компаниям, которые занимаются нефтедобычей на сибирских месторождениях. Но когда я и другие акционеры начали выяснять подробности этой сделки, мы увидели одну очень странную вещь. На самом деле странных вещей обнаружилось несколько. Началось все с того, что ВТБ Лизинг приобрел китайские буровые установки, каждая из которых стоит у производителя 10 миллионов долларов. Но ВТБ почему-то заплатил за них по 15 миллионов кипрской компании-посреднику Classetor Limited. Таким образом, при стоимости контракта 650 миллионов долларов, из них примерно 160 миллионов осталось у кипрского посредника. Мы можем только предполагать, кто является владельцем этого кипрского офшора, но мы совершенно четко уверены, что не может быть такого, что здесь обошлось без участия непосредственного руководства банка ВТБ. Надо сегодня заявить больше ответственность, принятие решений, оценки рисков, к кредитной дисциплине и выбирать все-таки проекты, которые являются эффективными, которые дают быструю отдачу. Речь идет даже не только о банальных взятках, независимо от их размера, но, по сути, о тяжелой болезни, которая разъедает нашу экономику и разлагает все общество. В этой связи кардинальное снижение уровня коррупции – это, конечно, стратегическая задача, которая стоит перед страной. После того, как буровые установки были закуплены, было бы логично сдать их в аренду, в лизинг непосредственно буровикам, которые работают на нефтедобыче. Но и здесь наши эффективные менеджеры из банка ВТБ не могли просто так смотреть на то, что где-то денежки проходят мимо них. За 2 месяца до сделки была создана еще одна компания-посредник – Well Drilling. Именно ей, а не нефтяникам, ВТБ Лизинг сдала в аренду буровые установки. Для того, чтобы был понятен размер махинации, можно привести элементарные цифры. Компания-посредник получала буровую установку по стоимости примерно 200 тысяч рублей в день. И сдавала непосредственно конечному бурильщику по стоимости уже 400 тысяч рублей в день. Если мы пересчитаем это на 30 буровых установок, мы понимаем, что посредник таким образом зарабатывал в год примерно 1,5 миллиарда рублей. В настоящее время у нас есть все документы, полностью изобличающую эту схему. У нас есть доказательства того, что действия сотрудников ВТБ фактически попадают по статье Уголовного кодекса мошенничества. Это мошенничество, совершенное в особо крупном размере. И мы намерены добиваться уголовного преследования тех лиц, которые организовывали эту сделку. Мы, как акционеры банка ВТБ, обратились также ко всем членам наблюдательного совета банка с требованием, чтобы руководство банка тоже возбудило внутреннее расследование. Наблюдательный совет и руководство ВТБ, среди прочих, входят министр финансов Алексей Кудрин, помощник президента Аркадий Дворкович, первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев, известная бизнес-леди Ольга Дергунова. И мы требуем от них. Они должны откликнуться на обращение акционеров. Они обязаны поставить на наблюдательном совете вопрос о проведении расследования внутри банка этих мошеннических действий и о помощи тому уголовному расследованию, которое будет проводить правоохранительный орган. Пока обворованные акционеры банка требуют компенсации убытков и апеллируют к порядочности отдельных членов руководства ВТБ, отыгравшие свою отмывочную роль буровые установки ржавеют, занесенные снегом.
Данное буровое оборудование принадлежит ОАО «ВТБ Лизинг». Было поставлено нам через посреднические структуры с ноября 2007 года по декабрь 2008 года. С того момента за хранение данного бурового оборудования оплата нам не производится. Частично было вывезено на неизвестном нам направлении, на неохраняемую территорию. А сейчас вы своими глазами увидите те 650 миллионов долларов, которые принадлежат акционерам банка ВТБ, были якобы инвестированы ими и эффективно работают. Они лежат здесь, под снегом, в поселке Пурбе и Малонинецкого автономного округа. Алексей Ильич Кудрин, Набиуллина, значит, Жуков, эксперт администрации президента Дворкович, председатель Центрального банка. Выберите время в моем графике. Я хочу, чтобы мы поподробнее поговорили по всем этим проблемам в самое ближайшее время.